сегодня. Мы его мертвым нашли, а музыка эта нон-стопом играла. Основана на реальных событиях. Я вам не назову ни одного человека, который бы любил его. Он нас как рабов держал. Прям так все его ненавидели. Чем не повод покончить жизнь самоубийством? Музыка их убила. Убивающая музыка, да? Действительно зловещая мелодия. Аккуратней с этой музыкой. На меня это не действует. Это плохо мне. Метод Лавровой. Сразу после сериала «Амазонки». Сегодня в 9 вечера на СТС.